Привет, я вас приглашаю. Я пока представлю Дэвида. Дэвид Стейнхорн, профессор педиатрии, детский национальный медицинский центр, Вашингтон, округ Колумбия, специалист по хосписной и паллиативной помощи, педиатрии, терапии неотложных состояний, почетный член Американского общества педиатрических исследований из США. Дэвид, you can... Thank you. This is going to be a... Спасибо. Я думаю, что это будет интересная часть конференции. Я думаю, что это одновременно и сложная тема. У меня будет 4 набора видеороликов, которые я включил в презентацию, для того, чтобы передать вам слова и пациентов, и их семьи, касающиеся их опыта использования новых технологий и переживаний, которые они испытывали. Эту презентацию я делал прошлой весной в Чикаго на международной встрече хосписов, путешествовал с этой лекцией также и по стране, делился своим клиническим опытом. Первый случай, который я хочу вам представить, это клинический случай спинальной атрофии. Я, может быть, какие-то из этих видеороликов уже показывал, когда мы с вами встречались по поводу принятия решений в конце жизни пациента. Это клинический случай, когда у пациента наблюдались очень противоречивые симптомы. Я предлагаю вам 2 статьи, одна за, вторая против использования искусственной вентиляции легких при спинальной атрофии первого типа. Первая статья опубликована Джоном Бахом, который почти фанатично, очень резко высказывается за искусственную вентиляцию легких. В частности, неинвазивная искусственная вентиляция легких с использованием места трахеостомы, которая не приводит к остановке сердца. Хорошо знать об этих статьях, потому что написан большой успешный опыт применения этих технологий у пациентов. Вторая же статья написана пульмонологом из Великобритании, который очень четко высказал свою противоположную позицию против подобных технологий. Покажу вам первый ролик. На нем будут субтитры на русском языке. Это мальчик, который в возрасте 8-9 месяцев появился в нашей клинике с общеверстной инфекцией, значительной слабостью. Мы использовали искусственную вентиляцию легких. И здесь вы видите носовую искусственную вентиляцию, а не трахеостому. Существует широкий спектр физических проявлений спинальной мышечной атрофии первого типа. У него умеренная степень этого заболевания. Есть экспериментальное лечение Национального института здоровья, однако ему нужно находиться на неинвазивной искусственной вентиляции легких как минимум 16 часов в день. Покажу вам вкратце этот ролик для того, чтобы продемонстрировать, что этот мальчик выглядит достаточно хорошо, он отвечает на стимулы внешней среды. Я спросил его мать о том, какое качество жизни сейчас и чего они ожидают. Yesterday, I know you were making some comments about quality of life, but yeah. What does that mean to you, quality of life, for him and for you? When I say quality of life, I just want the days that he has here
with his family. I want him to be spent with us so he can experience family time, he can have play time, where he can get to know him and he can get to know us and we can appreciate our days more. Not just wait for him, like we're waiting for him to go. I want to do that. I want to just appreciate every day that we have with him. It takes a whole new meaning of every day. Итак, для нее каждый день, когда этот мальчик проводил в семье, это качество жизни, именно это было самым важным для нее. Итак, в следующем видео мы будем обсуждать опции и выборы. Итак, она приняла решение не проводить реанимацию. Я думаю, что мы перескочим через эту видеозапись, через этот слайд. Как я сказала, есть большой диапазон физических симптомов первого типа СМА. И на самом деле мама решила, что она не будет проводить трахеостомию, потому что на самом деле в другом случае мама, наоборот, приняла решение забрать ребенка домой благодаря трахеостомии. Поэтому мы на самом деле не можем сказать, что произойдет с пациентом. И целью этой презентации не является заявить, что какой-то выбор лучше другого. Цель – просто представить весь диапазон вариантов. Вот этот следующий пример – это ребенок с
И мы сейчас перейдем к следующему примеру. Итак, это был ребенок, у которого была постоянная обструкция дыхательных путей. Вы можете услышать вот ее голосовые связки, она не могла дышать комфортно. И родители сказали, я должен слушать или должна слушать ее дыхание каждый день, я просто схожу с ума от этого. И на самом деле в этом ребенке трахеостомия, которую мы предложили, была чисто паллиативным методом, потому что в этом случае они, родители, могли фокусироваться на ребенке и на качестве ее жизни, и это была полезная вещь. И я бы хотел также перейти к следующему примеру. Я бы хотел представить вам целый ряд технологий для поддержки жизни. Это связано с пациентами с хронической сердечной недостаточностью. В данном случае есть литература по взрослым пациентам и использованию этих технологий. Есть механический прибор, который является левожелудочковым устройством вспомогательного кровообращения. Это устройство имеет долгую историю применения, оно использовалось во многих ситуациях как мостик к трансплантации. И здесь мы видим, что касается терапии с применением этого устройства вспомогательного кровообращения. Что касается устройства вспомогательного кровообращения, то мы видим очень низкий уровень смертности при нахождении на листе ожидания для транспланта. В среднем 45 дней пациенты ждут, и в среднем выживаемость 77% при использовании этой технологии. И редко, вот на самом деле, что касается неблагоприятных каких-то последствий, существует большой список таковых, но однако многие родители выбирают этот подход. И на самом деле это устройство также используется на поздней стадии заболеваний. Вы можете увидеть затраты. Справа график показывает, что только 10 месяцев от такой терапии стоит $230 000. Однако у нас много пациентов в нашем у нас в подразделении, которые используют такие системы и даже ходят в школу с этими устройствами. Я только хотел бы сказать, что команда паллиативной помощи получит даже большее количество детей для поддержки и с более экзотическими способами поддержки жизни. Вот молодая женщина, 25 лет, Сузи, у нее необычная форма мышечной дистрофии Дюшена. И она живет в Портленде, и у нее она обратилась за установкой ЛЖУВК, и в конечном итоге ей был установлен такое устройство. И на самом деле у нее был значительный синдром Кушона до этого по причине приема стероидных препаратов. И это интересное видео, это о молодой женщине 22 лет. Это те вопросы, которые мы задавали. And
away from finishing my degree to become a teacher. I just feel like there is no negative to it. I mean, I do have to get blood work to check my blood thickness, INR, every week. It's just a finger stick. It's not like a blood draw. So, I mean, it's just like a little stick, kind of like diabetic people use to check their blood sugar. And to me, dressing changes and the little blood, little stick in the finger, it's really nothing compared to what I get out of it. I went back to school, like I said. I volunteer a lot in the community at church. I teach some of the Sunday school classes at church. And just the color in my face came back. I had the energy. I didn't want to sleep all day. Food finally looked good. I mean, I wasn't retaining fluid anymore. I actually got taken off diuretic. That would help patients produce the protein is missing from the bodies. Это удивительная женщина. Покажите, пожалуйста, мою презентацию снова. Это краткая информация. По сути дела, вот эта молодая женщина не имела никаких осложнений, никаких побочных эффектов от терапии, и у нее действительно было хорошее качество жизни. Она закончила колледж, она стала учителем, и все это благодаря установлению аппарата. И я думаю, что это пример того, когда технологии имеют высокую ценность,
для улучшения качества жизни даже у пациентов с неизлечимыми дегенеративными заболеваниями. И вот как раз об этом речь идет в презентации. Пациенты, чьи заболевания мы не в состоянии излечить. Все подходят попадают под категорию тех пациентов, с которыми мы работаем достаточно активно в паллиативной помощи. Пациенты с метаболическими состояниями. Очень многие дети, допустим, в течение нескольких месяцев находятся под паллиативной помощью и обнаружится, что с неизлечимыми и дегенеративными заболеваниями. И вот пример ребенка. Семья увидела реальное состояние ребенка, и чтобы они это сделали, а он находился в Чикаго в реанимации, поэтому мы хотели узнать, а в чем были цели матери. И мы задали ей ряд вопросов, которые вы увидите. И вы увидите на видео, почему так важно было для нее забрать ребенка домой, и какова потребность как потребность в искусственной вентиляции легких повлияла на пребывание дома. Вот его видео. Эта женщина очень хорошо умела формулировать свои мысли. Она была юристом, и она приняла сознательное решение забрать своего сына домой. И потому что и это было для нее очень важным решением. И она поняла, что до этой точки пришлось принять сотню мелких решений. И мы задали ей вопрос, а что можно было бы сделать, чтобы Генри оставался дома дольше? Я думаю, что это очень
честный пример из настоящей жизни, показывающий, с какими трудностями сталкиваются семьи, которые забирают ребенка домой на искусственную вентиляцию легких, потому что они оказываются в ситуации исполнения тех функций, которые раньше лежали на медицинском персонале. Мы знаем, что в паллиативной помощи есть такая концепция, как синдром выгорания, когда либо член семьи, ребенок или муж или жена погибает, и в уходе другой член семьи настолько много сил вкладывает, что в какой-то момент его ресурсов не хватает. В данном случае родители были прекрасно образованы, имели достаточно экономические ресурсы, но и все равно для них было крайне тяжело с ребенком в терминальном состоянии постоянно поддерживать его состояние. Можете представить родителей с худшим образованием, с худшим культурным уровнем иммигрантов, которые сталкиваются с аналогичными трудностями, когда забирают ребенка домой. И это еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся. Два последних вопроса, которые я задал маме этого мальчика, это какая была общая реакция на то, что сын был дома, и что еще бы она хотела сказать врачам, которые работают в паллиативной помощи. Вот что она ответила. Пойди, Dropbox не работает. Итак, для этой семьи технология позволила забрать ребенка домой, позволила
встретиться со своими братьями и сестрами, ему позволило и матери, и отцу почувствовать, что этот ребенок на самом деле был настоящей частью своей семьи. Он находился во всех комнатах их дома. И в этой ситуации именно технологии позволили забрать ребенка домой. Но он не так долго после этого прожил, и длительную помощь на дому ребенку оказать не смогли. И подобная помощь для подобному ребенку в госпитале была слишком тяжела и для него, и для родителей. Поэтому было принято такое решение. Следующий клинический пример. Ребенок по имени Хейли, ее маму зовут Кристин. Эта девочка страдает в возрасте 2 лет тяжелой формой несовершенного остеогенеза. Кроме того, у нее наблюдается хроническое заболевание легких, это аномалия строения трахеи. И именно это потребовало постоянного подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у нее нестабильное кровяное давление. Мать Хейли Кристин тоже страдает от несовершенного остеогенеза, то есть она уже знакома с этим заболеванием, но у нее другая форма, тяжелая детская форма, симптомы крайне выражены. Но она с ними все равно смогла прожить достаточно долгую жизнь, чтобы и зачать, и родить этого ребенка. Мать отказалась от трахеостомии, но была согласна на полноценную реанимацию в случае остановки сердца у ребенка. Уже в возрасте 2 лет Хейли прожила 2 сердечных приступа, причем 45 минут потребовалось на реабилитацию во втором случае в 2015 году. Все равно в результате этих мероприятий не удалось восстановить витальные функции. Подобные пациенты с несовершенным остеогенезом, они склонны к постоянным травмам, и это ведет к постоянным физическим страданиям пациента. Здесь продемонстрирую снова видео. Итак, эта мама уже была знакома с подобным заболеванием, и она была готова поддерживать свою дочь в этом состоянии. Давайте включим второй клип. I think it would have.
она не подписала отказ от реанимации, потому что ребенок уже прошел через определенные сложности, им было решено все же выполнять реабилитацию в случае пограничного состояния. Но, как вы видели, несколько слайдов назад ребенок все равно погиб спустя 45 минут реанимации. Мама не испытывает никаких сожалений по поводу тех решений, которые она приняла. Она, конечно же, в печали, она в мире с собой находится по поводу тех решений, которые она приняла. Мы понимаем, что те решения, которые выпадают на долю родителей, совсем нелегки. И я показываю эти ролики не потому, что вы не сталкиваетесь с этим в своей практике каждый день, но потому, что эта проблема универсальная для всех. И посмотреть на ситуацию именно с этой точки зрения позволяет понять, какие способы поддержки мы можем использовать в таких сложных клинических ситуациях. Для этого пациента основное было поддержать качество жизни и такие простые маленькие радости, как игры с игрушками, возможность взаимодействия с семьей, которым бы мешала трахеостома. Мама также не имеет никаких сожалений по поводу того, что она выбрала. Ее задача была в том, чтобы ребенку было комфортно. Что мы можем сделать с этими технологиями, которые у нас появились? Искусственные сердца, которые позволяют сохранить жизнь человеку на десятилетия, позволяют восстановить и уровень качества жизни. И так что даже дегенеративные заболевания, в которых человек не может жить, не может дышать самостоятельно, даже они решаются установкой трахеостомы. Технология предоставляет возможность для того, чтобы с ними справиться, но возникают другие социальные, этические вопросы. Какова будет цена того подобного лечения? Очень многие пациенты после сердечного приступа могут существовать дальше, но стоимость их лечения будет составлять более 300 тысяч долларов в год. Именно поэтому все расходы на последующую медицинскую помощь сравнительно высоки. А если мы их сравним с паллиативной помощью детям, это просто минимальные цифры. Но откуда эти ресурсы мы можем взять? Еще один вопрос, который возникает в англоязычной литературе. Это что такое подобная помощь? Это что такое излишняя помощь, экстраординарная помощь? Искусственное сердце относится ли к этому? Искусственная вентиляция легких относится? Нет точного ответа на этот вопрос. Непонятно, кто основную нагрузку будет нести. И различные сообщества, церкви по-разному смотрят на этот вопрос. И в определенной ситуации определяют количество нагрузки на семью и на медицинский персонал.
Но что необходимо в каждом отдельном клиническом случае? Давайте вернемся к клиническому случаю. Это клинический случай Оливии, который был в предыдущей презентации. Это ребенок, у которого недостаточность внутренних органов, болезненность, боль постоянная, патология легких. И по непонятной причине произошло нарушение абсорбции жевательных веществ, поступление питательных веществ в организм. И для таких состояний нет препаратов. И самым лучшим решением, которое было обнаружено, это несколько месяцев парентерального питания. И такое лечение – это адекватное помощь человеку, или это избыточная помощь, когда мы приводим к повышенным спазмам в внутренних органах и не можем привести к восстановлению функции человека. В каждом отдельном сообществе мы будем по-разному отвечать на эти вопросы. Однако команда паллиативной помощи все равно должна создать такие условия, чтобы семья могла принять полно информированное решение по этому вопросу. Одна из тем, которые мы должны обсудить, которая все чаще возникает перед нами, это вопрос о том, кто должен оплачивать подобное лечение. В Соединенных Штатах Америки, например, пациенты с хроническими заболеваниями имеют страховки, которые покрывают большую часть расходов на лечение таких хронических заболеваний. До недавнего времени, как я понимаю, в России стоимость затраты на искусственную вентиляцию легких лежали полностью на плечах семьи. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста, но насколько я понимаю, что именно семья несла все расходы экономические для оплаты таких высокотехнологических средств. Верно это или нет? Это соответствует действительности. Тогда кто платит за искусственную вентиляцию, когда ребенка забирают домой? Хоспис, фактически, это благотворительные деньги. Просто я говорю о том, что государство не считает себя ответственным за оплату таких технологий. В США, в Великобритании государство несет ответственность за такие технологии, насколько я понимаю. Ну, по крайней мере, в США ситуация такая. Но о чем часто говорят люди? Если семья получила счет по почте на $100,000 для оплаты счета больницы, это является стимулом оставления ребенка в палате интенсивной терапии. Это дилемма морального и этического характера для семьи, и никто из нас не навязывает это решение. Есть также целый ряд вопросов, связанных с этической точки зрения. Я должен сказать, что касается врачей, они не находятся в том положении, чтобы в лучшем положении, чтобы отвечать на эти вопросы. Есть ряд известных и неизвестных вещей, которые нам нужно учитывать. В ходе этих видеопрезентаций нам нужно было внимательно выслушать родителей. И не нужно поддаваться искушению навязывать свои собственные ценности. И поэтому, на мой взгляд, эта вводная фраза очень известной книги «История двух городов» Чарльза Диккенса. Это история французской революции. И книга начинается с того, что это лучшие времена и одновременно это худшие времена. Сейчас такое количество технологий имеется, которые создают проблемы не только для общества, но также и для наших пациентов. На самом деле технологии опередили наши этические способности по принятию решений для пациентов. И то, что вы здесь увидите, так, подождите, вы видите здесь несколько такое забавное заявление, которое делается в паллиативной помощи в США.
мы признаем, что вот абсолютно, если бы какие-то из этих пациентов были рождены в маленькой деревне в Африке, то они бы не получили такого внимания со стороны медиков. Но в Великобритании и в США смерть не является неизбежной. Это возможная вещь и признается как возможная вещь. И вы можете увидеть, что в США смерть – это опциональный вопрос. Вы не обязаны умирать. Вы можете набрать искусственные почки, продолжать жизнь. И мы создали такую странную систему, когда мы не знаем, каким образом остановить поезд, который несется вниз по шпалу, по дороге. И, в общем-то, любая жизнь, которая поддерживается с помощью технологий сверхъестественных биологических пределов, но если мы создаем хорошую жизнь, жизнь, которая полна значения для детей и для семьи, это одно дело. Но мы не всегда создаем такого образа жизни и не всегда являемся экспертами в этом. И нам нужно создать такие возможности временные, чтобы семья могла подумать, как воспользоваться тем временем, которое у нее есть. Это последний слайд. На этом слайде говорится о роли команды паллиативной помощи, которая будет центральной при оказании помощи семьям для определения целей и в том, чтобы оказать им помощь, в том, чтобы понять, что делать, как достигать цели. Будет это какая-то экспрессивная терапия, музыка, искусство, творчество или что-то еще. Я представил вам эти истории болезни как опыт из реальной жизни. И я надеюсь, что те, кто занимается паллиативной помощью, помогут в решении трудных проблем по оказанию помощи семьям, а не заниматься бесконечным поддержанием жизни, которая уже потеряла смысл, а помочь семьям пережить трудности, что также является частью наших обязательств. Спасибо. It's okay. Есть ли вопросы? Никто не сталкивался с этическим вопросом выбора того, что говорить. И оказываться ли родителями с детьми дома или нет. Или просто ясно. Я просто хотел тогда немножко тоже из жизни рассказать, да, когда оказываешься, ну, у тебя рождается неизлечимо больной ребенок, да, и у тебя никто не спрашивает разрешения, родители, как правило, не спрашивают разрешения, реанимировать его или нет. Да, в нашей стране реанимируют по умолчанию, вне зависимости от диагноза. И это считается, вот то, что Дэвид сказал, героическим спасением жизни. У нас никто не спрашивает, что после этого происходит, и не предлагают выбора пациенту, родителям, соответственно, и ребенку. Я вот считаю это очень большой бедой, потому что в большинстве случаев, когда рождается неизлечимо больной ребенок, у нас в первую очередь предлагают от него отказаться. Ну, как правило. Как правило говорят, ну, вы еще молодые. Если у вас есть еще ребенок, у вас же есть дети, все нормально будет. А, ну, вот здесь вот вы можете оставить, о нем позаботиться. При этом ни одно медицинское учреждение не способно оказать ту необходимую помощь таким детям, какая необходима. У родителей, как правило, не чувствуют способными взять домой, это, мне кажется, очень важно это понимать, способными взять домой и часто отказываются и принимают такое решение, действительно идут, потому что они не знают, что они могут сделать дома и как быть. Вот в моей истории у меня у ребенка трисомия 18, 3,5 года, и когда мы были в реанимации, потом в интенсивной терапии, было полное ощущение невозможности и неспособности что-либо сделать. Да? То есть как бы не было желания отказываться ни в коем случае, но было понимание, что как вот дома, то есть ребенок на кислороде,
с постоянными остановками дыхания, и вообще непонятно, да, что делать с этим. Кормить через зонд. Нам предложили в больнице на неделю положить ребенка и научиться, да, но мама была не постоянно с ним, а приходила только на период кормления. Научиться за этот период что-либо делать невозможно. И, к счастью, мы попали в паллиативный центр в Чертаново, где не было врачей, но был постоянный пост медсестер. Это был совершенно только новый открывшийся центр, там было три семьи, мы были вот третьей, с которой могли находиться круглосуточно с ребенком дома и, самое главное, под опекой. То есть был всегда пост медсестер, и ты мог просто прийти и задать вопрос, или там тебе могли бы помочь. И для этого не обязательно врач, да, но вот пост медсестер необходим. За неделю мы поняли, что мы все можем дома, в общем-то, и поехали домой и были дома. Дальше были другие сложности, в которых мы не раз попадали в реанимацию, и впоследствии ребенок был трахеостомирован. Никто же не рассказывал, что это такое, зачем это надо, каким последствиям это приведет. Никто не рассказывал. И вот мне кажется, это важный момент, потому что вот этот выбор пути, и мама говорила об этом, осознанный должен быть выбор пути. То есть должна быть полная информация, что ждет при выборе того или иного пути. И мне кажется, вот задача паллиативного доктора как раз рассказать об этом. Просто о последствиях тех или иных решений. А ответственность родителей никто не снимает, я это еще раз подчеркиваю. Они в любом случае будут нести ответственность. Оставят они ребенка, не оставят. Будут ли они его посещать в реанимации или нет. К сожалению, я наблюдаю паллиативные отделения, которые открываются, в которых нет выездной службы, которые открываются для того, чтобы там находились дети-отказники, по большей части от которых отказываются. Но что бывает с теми детьми, от которых не отказываются? Где эти? Они невидимые. Вот на Камчатке сказали, что у них нет паллиативных детей. Мы тут были. Но как нет паллиативных детей? А сейчас в Москве вот как раз семья с Камчатки, с паллиативным ребенком, которому 4 года. Вот, но о нем никто не знает там. Ну, потому что они выбрали, они забрали его домой, и больше о нем никто не знает. Все, врачи сняли со своих плеч этот груз, груз этот перешел туда. Где команда паллиативной помощи, кто вообще ими занимается, неизвестно. То есть они сами, если они выживут, они выживут. Вот. Но это какой процент, кто забирает детей, сколько процентов? Он сейчас снизился, да, процент отказа, но там с 90% до 70% случаев. И мне кажется, это огромная, огромная проблема. У вас есть вопросы, действительно? Может быть, как? Потому что в США и в Англии тоже не сразу к этому пришли. Дэвид, а вы можете рассказать, вы же давно занимаетесь паллиативной помощью, не сразу же пришли к вот этому моменту выбора и предложения родителям выбирать? Был, наверняка, момент, когда не предлагали. Можете немножко вот посвятить в историю, как вот это произошло исторически? Well, the whole issue вообще вся проблема, связанная с выбором родителей, она эволюционировала в течение последних 30-35 лет. И это все связано с более глубоким пониманием этических аспектов проблемы. И я думаю, что одновременно очень многое стало результатом того, что стали более действенными, эффективными операции по трансплантации органов. Мы начали понимать, что такое смерть мозга, что такое качество жизни. За этим стоит целая история. Но я думаю, что фундаментально основа принятия наилучших решений со стороны родителей заключается в и сводится к хорошей информации. Врачи должны иметь храбрость быть честными с семьями. Они должны взять на свои плечи ответственность за этот сложный разговор, потому что пульмонологи, например, будут знать гораздо больше о прогнозе семьям по сравнению с теми, кто занимается паллиативной помощью. Конечно, есть определенные опции, которые ограничены законодательством о здравоохранении. Несколько лет назад я делала презентацию
презентацию, и мне спросил один из врачей, который занимается взрослыми пациентами, как пациент может умереть в России, если согласно закону пациент, который перестает дышать, должен быть подвергнут искусственной вентиляции легких и реанимации. И потому что согласно закону о здравоохранении, если пациент прекращает дышать или если остановка сердца, то реанимационные материалы являются обязательными. И на самом деле был пример пожилого человека с метастазирующим раком и сердечной недостаточностью. И что делать в этой ситуации? Я понимаю, что, возможно, такова была практика в реанимации, что в отделениях интенсивной реанимации, и мы не могли позволить отпустить пациента постепенно, потому что в течение многих десятилетий врачи фактически самостоятельно начинали механическую вентиляцию легких. И здесь, конечно, возникает вопрос такого согласия. Но на самом деле врачи должны давать рекомендации, потому что родители обращаются к нам за знаниями, за мудростью, и мы должны это им предоставлять. Но это должно все предоставляться в рамках того, что одобрено законодательством и обществом. Если мы обратимся к презентациям вчера и сегодня, то что касается готовности при разных странах, она очень разнится в зависимости от страны. Как я сказал вчера врачам и неврологам, вы не можете рисковать своей репутацией и даже правом на ведение медицинской деятельности. Вы не можете быть героем в этом случае, потому что в будущем, если вы лишитесь права на практику, медицинскую практику, вы уже никому не сможете помочь. Я думаю, что сейчас ситуация очень сильно меняется, не только в России, но и в США, Великобритании и во всех других странах, когда маятник просто с одного конца оказывается в другой. Спасибо большое. У нас перерыв. Ждем вас через 15 минут здесь, в этом зале.